День 7. Сила для рук. Первый круг разминочный. Начинаем с обратных отжиманий 10 раз. Движение по вертикали. Стремимся соблюдать угол 90 градусов, локоть, предплечье. Круговые вращения руками. 20 раз в одну сторону, 20 раз в другую. Далее планка на выбор. На прямых руках, на локтях. Следим за техникой выполнения. В планке на прямых руках ладони под плечами. В планке на локтях угол 90 градусов локтя. Тело в одну линию. Плечи стремятся к тазу. Проделываем данное упражнение 3-4 круга. В качестве заминки отстраиваем тело в положении, стопы на ширине плеч, руки впереди, спина прямая. Всего 3-4 выдоха. Мы проделали больше половины. До встречи на 8-м дне марафона.